Новый день, новое место. А в Питере лето. Саша, у тебя новое задание. Необходимо снять новый материал. В следующий раз, когда отправишься снимать видео, скажи, куда идешь. Это послание самоликвидируется через 5 секунд. Если я скажу, где я буду снимать, будет неинтересно смотреть. Здесь у нас импровизированный сад, который раскинулся на парковке впереди Дома правительства. Напротив у нас Исаакиевский собор, здесь у нас памятник Николаю Первому. Это временная инсталляция. Ну и Питер нас встречает своим классическим дождем. Сад здесь пробудет до начала августа, после деревья разведут по разным паркам Петербурга. Успейте посетить, сделать классные фото. А здесь мы можем наблюдать памятник Николаю Первому. Он находится между Исаакиевским собором, который находится напротив меня, и Мариинским дворцом, который позади меня. Вокруг пьедестала памятнику Николая Первого мы видим четыре прекрасных девушки. Это аллегории на силу, мудрость, правосудие и веру. Мы с вами на набережной Макарова. Здесь очень нестандартное, красивое место. Здесь яхт-клуб. Тоже одно из любимых летних развлечений петербуржцев. Ну а также в Питере можно классно проводить время, не только гуляя по набережным, но еще также заниматься яхтами, которые у нас здесь есть. А также здесь люди предлагают покататься на крутом автомобиле арбузного цвета. Ну а также на набережной Макарова открывается прекраснейший вид на Лахта-центр и Газпром-арену. Что еще нужно, чтобы сделать прекраснейшую фотосессию? Leave me alone. Все дороги ведутся в Кабельпорт. Вот мы и здесь снова, в четвертый раз. Магазин цело постарался, сделал крутую дело. Можно оставить детей и наслаждаться дальшими видами морского порта в стиле лофт. Ну а для тех, кто устал, может посидеть здесь и понаблюдать с своими детьми.
Неважно, какое сейчас время года. Важно любить этот мир в любую погоду и радоваться каждому дню. Ветер – наш главный враг. А сейчас в Кабеле проходит выставка манги. Здесь также можно побыть частью инсталляции. Жалко, что, конечно, Гоголь второй том сжег мертвых душ. Но что поделать? А это брусница. Земля в иллюминаторе. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Ну, а наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Сегодня у нас получился тематический выпуск «Унесенные летом». Поэтому комментируйте, ставьте лайки, обязательно делитесь этим роликом со своими друзьями. И помните, что мы ходим от дома к дому. От легенды к легенде.